Звонок в 9 вечера с незнакомого номера. Сначала и брать не хотели, но по счастливой случайности передумали. Такой ответ мы получили почти от всех победителей викторины «Любимый город». Призы за правильные ответы разнообразные, от сертификатов до автомобиля. Счастливыми обладателями второго стали две замечательные семьи. Многодетная мама Нина Лукьянова до сих пор не может поверить, что правда выиграла автомобиль УАЗ «Патриот». Нине с мужем и тремя детьми такая машина очень пригодится в быту. Тем более супруги накануне розыгрыша как раз задумались о такой покупке. Сегодня эмоции такие, что я осознаю тот момент, что не каждый человек, наверное, за свою жизнь выигрывает что-то такое, какой-то крупный подарок и какое-то ощущение какой-то уникальности, что ли. Я не знаю, за что Вселенная мне такой подарок прислала. Очень приятно. Эмоции зашкаливают. Вторым победителем и обладателем автомобиля УАЗ «Пикап» стал Дмитрий Батяев, тренер по баскетболу, любящий муж и отец. Он тоже, как и все победители, признался, что на незнакомые номера не отвечает, но в пятницу вечером рука сама потянулась к телефону. Победителей в викторине много, за своими призами выстроилась целая очередь, но это еще не конец. Итоги розыгрыша окончательно не подведены. Сегодня и завтра организаторы выберут еще счастливчиков. Все подарки распределили поровну на 3 дня. Вчера вечером те люди, которые уже опустили свои флаеры, ответив правильно на вопросы, заполнив буклеты, отдали их волонтерам. Волонтеры их зарегистрировали и вечером, собрав все данные от наших ребят-волонтеров, состоялась жеребьевка, где уже были определены билеты победителей с их подарками. И сегодня вот здесь, в торжественной обстановке, мы встречаемся с победителями. Вчера мы с ними созвонились. Море эмоций. Люди не верили в то, что действительно они стали обладателями автомобиля УАЗ. По итогам первого дня викторины в Ульяновске выиграли 100 сертификатов на покупки на маркетплейсе на 3000 рублей, 100 сертификатов на семейное посещение аквапарка, 2 автомобиля УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап». Викторина продлится еще 2 дня, 16 и 17 марта. Все подробности можно узнать на сайте «Любимый город 73.рф». Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.